Развитие производства на пользу городу. В Первоуральске модернизировали специальную печь, чтобы изготавливать трубы повышенной точности. Такие используют, например, в нефтяной промышленности и машиностроении. Здесь печь специально была модернизирована, удлинена, и возможно изготовление труб до 23 метров. Был подведен защитный газ, то есть для того, чтобы трубы термообрабатывать и на трубах не образовывалась окалина, была подведена защитная атмосфера, состоящая из азотно-водородной смеси. Обновили всю систему нагрева от горелок до контрольно-измерительных приборов. Модернизацию печи провели в одном из цехов Первоуральского новотрубного завода ТМК. Это позволит обрабатывать трубы длиннее обычных и изготавливать продукцию строго заданных размеров. Речь о сотых долях миллиметра. При этом удалось добиться экономии не только металла, но и электроэнергии. Реконструкция печи обошлась в 200 миллионов рублей. Добавлю, что предприятие регулярно выделяет средства не только на модернизацию производства, но и на развитие Первоуральска. Например, на поддержку спорта в 2021 году было предусмотрено более 30 миллионов рублей.